Внимание! Главе ученического совета, почтенный Кирилл Венцарский! Салют! Страх – это свобода. Правильно суть освобождать. Противоречие – истина. На этих правдах держится мир. Как политичи перед ними нет. Свиньи в людских одеждах. Стоп, стоп, стоп. Рыбонька моя, ну где эмоции, где экспрессия? А ты кто? Я Ядом. Я сегодня вместо Сацуки. Ну ладно, хорошо. На, ведь скажи, я был просто шикарен. Женский амплуа для меня. Господи, это моя первая актерская работа. И мне уже достались такие актеры. Так, что-то еще. А, точно, небесные цари. Небесных царей мне. Есть, капитан. Вообще-то, мы еще не готовы. Ваш пульс учащен, температура тела поднялась, кажется, вы очень злы. Да ладно! Да ладно! Ты, конечно, Машечка, но на твоей песне не вела себя так с нами. Это еще почему? Ну, ты что, забыла, что я великая кутюрье? Ты не великий кутюрье, ты моя актриса. Что? Да я! Да я! Нет, это ведь Бабулин Шар! Режиссер, не отчаивайся, ты просто супер девушка, супер режиссер, я тебе верю. О, Рюка, ну и ты выучила свои слова? Это мое время. Крошка, извини, но сегодня ночью она была слишком... Если тебе не хватает решимости, построй башню в своей душе. Что это за бред вообще? Смотри и учись, как нужно утешать девушек. Булочка? Давай разрешим. Еще и булочка. Фу, какая мерзость. Где мой помощник? Где мой помощник? Какое письмо? От продюсера. Давай. В связи с популяризацией американщины настойчиво рекомендуем сменить жанр снимаемого вами кино на вестерн. Еще чего? Иначе вы рискуете лишиться нашего расположения. Да оставьте вы свое расположение, толстосумы. И я великий режиссер, и я творю искусство. И финансирование. Черт, ребята, все по местам. Снимаем мы вестерн, живо-живо. Убей или выпьем виски. Не надо! Я этого не достоин! Нет! Меня хватит на все! Он тоже спит! Стоп, 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 ребята! Вестерн у вас... ну ладно, никакой. Режиссер, а вам тут еще письмо попалось? Может, не надо? Ну, от продюсера уже. Давай сюда. Вообще-то у меня есть идея. Моя Серафима. Что?
Кто здесь, черт возьми, глаза беспорядок? Моя Серафима. Машки. Так, молодцы, ребята, молодцы. Да. Кошмар, еще шляп валяются. Что это такое? Давайте. Рейтинг вашего кино упал по причине высокой смертности телезрителей. Предлагаю вам снимать нечто доброе и гармоничное, что в частности понравилось бы там и хозяйкам. Вместе. Но почему? Потому что я твой четверырный дед. Я тоже. Так, это пятно. Какое пятно? Стоп, стоп, молодцы, молодцы, ребята, да. Продолжаем дальше, в том же духе. Давайте быстрее, быстрее. Письмо? Нет. Письмо? Нет. Да. Нет. В современной аудитории необходимо более высокорейтинговое зрелище. Рейтинга хотите? Будет вам рейтинг. Ну давайте, ребята, быстрее. Понимаешь, есть один человек, который мне очень нравится, но я не знаю, как признаться ему. Ой, да это проще простого. Тебе нужно быть ласковым и милым. Ха-ха! Это прошлый век. Нынче тебе пики никому не нужны. Только мужественность и дерзость. Ты подходишь не близко, смотришь в глаза и бам! Капитон! Ага, а потом? А потом! А, я понял! Нет, не делай этого, пожалуйста! Нужно! О, хо-хо!